Левый коронный, правый похоронный. В Отрадненском районе местный житель до смерти забил женщину кулаками. Они были сожителями и вечером 2 июня решили выпить. В конце застолья пара не сошлась в желаниях. Продолжит краевой СК. Между ними произошел конфликт из-за того, что женщина хотела продолжить распивать спиртное, но мужчина против этого возражал. В ходе ссоры фигурант нанес оппонентке не менее 3 ударов руками в живот. Через непродолжительное время, в связи с ухудшением самочувствия пострадавшей, обвиняемый вызвал на место бригаду скорой медицинской помощи, но до приезда врачей потерпевшая скончалась. Медики, увидев труп, вызвали полицию. Сожитель от убийства открестился, но побои на животе от прибывших позже следователей скрыть не смог. Мужчину задержали, и в отделе тот во всем сознался. Статья 111, часть 4, смерть по неосторожности, теперь нумерует его уголовное дело.